по Африке стартовал, потом у нас была дыхание Индии, и вот сейчас вода есть все. Казалось бы, вода, но это то, что нас окружает, что без чего мы жить не можем. Такое простое, элементарное, но без этого нет жизни. И вот это мы взяли за основу этой выставки. И как она готовилась, и к чему пришли, что вы видите на сценах, это все заслуга нашего специалиста Кати Щербаковой. И еще вместе с ней готовили эту выставку. Ирина Поцелуева, наш специалист. Непосредственно за участие принимала Татьяна Хомичевская. Всем им огромное спасибо. Благодаря их труду мы видим результат. А сейчас я хочу дать слово Кате, она расскажет об этой выставке. Я хочу чуть-чуть вас поправить, потому что идея это не только моя, как раз совместно с Ириной Поцелуевой, мы вели все выставки совместно. Я бы тоже ее хотела сюда пригласить. Вот. И вкратце она ему как Золушка на кухне. Ну, пока мы ждем Ирину, я вкратце скажу совершенно о проекте, почему мы решили сейчас рассматривать именно.